Кошечка Мэри ищет дом. С таких слов начинается объявление в газете «Видновские вести». Его дала жительница Москвы Татьяна, озабоченная судьбой животного, оставшегося без хозяина. «Ее предали», – пишет девушка. «Но как же хорошо, когда рядом с нами живут люди, небезразличные к чужой беде, пусть даже кошачьи. Хотя почему «пусть даже»? Животные, они как старики и дети, нуждаются в нашей заботе не меньше». Татьяна прислала также в нашу рубрику «Мобильный репортер» это видео. Мэри – воплощение грации и аккуратности. Все в ней есть. Она необыкновенная. Это очень аккуратная кошечка. Ходит в лоточек без промахов. Не бегает, не шумит. Когда вам захочется ее погладить, она аккуратно подставит спинку, ласково замурчит. Но насильно лезть к вам она не будет. У нее есть и свои кошачьи дела. Если вы очень заняты. Мэри – настоящая леди. Она любит умываться. Она грациозно ходит по квартире, мягко ступая своими пушистыми лапками. Она не создает много шума. Возраст Мэри, по словам врачей, от 5 до 7 лет. Пристраивается единственной кошкой в семью, так как не ладит с другими кошками. Ест сухой корм. В настоящее время находится на передержке в поселке Володарского. Тот, кто захочет взять себе Мэри, позвоните по телефону Татьяне 8 916 251 45 53.